Привет, я Шок. 90% людей, которые тыкнули по этому ролику, смотрели прошлый, где я играл в CSGO 2013 года и пообещал, что сниму ролик, где создам сервер в этой версии игры. Вы собрали 53 тысячи лайков. 53 тысячи лайков на 260 тысяч просмотров. Это каждый пятый поставил лайк. Каждый пятый. Хоть где-то я сыграл свою математику. Получается так, что CSGO 2014 года не работает. Она не включается под сервер. И получается так, что мы сделали не 14 год, а 12. Мы запустили сервер на 2012 году. Я не знаю, как у нас это получилось, почему с прошлой версии можно. В общем, сегодня мы создали сервер 5 на 5, сыграли 3 игры на Inferno, Трейне и Dust 2 в соревновательную игру. Молодые люди, если этот ролик наберет 40 тысяч лайков, я сыграю в CSGO в версии 2014 года. И если мы не заметим там большой разницы, я поменяю ролик и поставлю 2016 год. То есть мы найдем самое лучшее изменение, где можно поиграть на сервере. Если будет 40 тысяч лайков. Если не будет, значит я это снимать не буду, значит это не настолько интересно. Всем приятного просмотра. Это CSGO 2012 года. Этой игре был ровно год. И вот что у них получилось за это время. Погнали. Так, друзья, начинается прямо сейчас игра. Что самое интересное, что у нас здесь есть? У нас таб выглядит как-то так. Слева очень большое место для тега команды. Вы можете общаться с противоположной командой. Ребят, привет. А, не успел. Вот было. Короче, вы можете общаться с противоположной командой. Потом это убрали из-за того, что во время таких вот разминок фристаймов у людей были проблемы с оскорблениями, кибербуллингом, поэтому пришлось убрать. Так, играем на живой раунд. У нас сейчас вторая броня. Деньги остались те же, 800 долларов на первый раунд. Ох. Так, я сделал не знаю сколько киллов, один. Справа не пишется внизу, сколько ты киллов сделал. У меня ФП стабильный 300, лост 0, чок только что было 3%, не знаю. Пинг у нас 31, а сервер у нас, если не ошибаюсь, московский. Если что, поставить эту версию игры на сервер было очень сложно. Мы обратились к человеку, который занимается именно этим, он пишет читы. И ХВХ сервера делает на разные версии CSGO. Такие вот дела. И как-то мы нашли этот контакт, поэтому спасибо вам большое. Так, все, погнали. У нас игра пистолетный раунд. Пока я ничего не вижу, что изменилось. Лонг фейк, все так же. Ай-яй-яй. Нет! О, боже, нет, чувак. А что у тебя со спреем, с нюхом? Это у всех так. Это такой спрей был в 2012 году? Ага. Так, если что, мы играем 6 на 6, потому что рано или поздно у кого-то вылетит игра, чтобы наверняка уж. Мне кажется, никто не вылетит. Гранату на правую кнопку нельзя бросить. Да? Да. Да, правая кнопка граната не работает. Только левая. Кошмар. Есть шорт. Есть первый. Ай-яй-яй. Пушит мид. Двое шорт. Воу. Двое лоу. Машина еще. Там авик. Найс. Давайте Б, давайте фаст Б, ничего не меняется. 8 лет спустя. Что такое? Что? Ты купил броню? Далеко. Чуваки, трое на Б. Смоку. Окно. Да. Минус 50. Шорт, бля, бомба. Ой, мидл, Эрика. 78 на миду. Он бокс мой. Убили одного кота. Оба шорт. А, двое. Да. О боже. Просто куда они лезут? Взявик. Рапа. Не было. А. Блин, а, взял. Ой, какой тупенький. Что? Ой, что это такое? Как он так делал? Убил? Давайте про флешу. А, питу есть! Как его убить? Он мне на ходу просто поставил. Ты где еще? Дело. Он походу слева. Найс. Какая красивая карта. Она совершенно другая, в отличие от... Ну, она как бы по текстурам, скорее, на все другая. Да, по текстурам она очень другая. Она очень красивая вот тут. Нет, тут план другой. Немного. Не, немного.
Какие красивые текстуры, освещение, это кошмар. А вы бомбу-то что не поставили? Потому что меня начали стрелять. Тут дефолт не ставится, она там. Это разве прям не перпойзен? Убил попдог. Понял. Коннектор двое. Я на второй линии. Найс. Оу. Убил его. Nice. Вас, я думаю, коннектор. У меня последний коннектор. Можно я убью? Может, зарежу? Зарежу, зарежу, ребят, аккуратно. Я бачу, я бачу. Я не смог зарезать. Почти зарезал. Кошмар, Саша. Саша. Хорош, хорош. А, я фул. Первый есть. Он дал мне. Найс. Смотрю. Зелень смотрю. Убил сотку. Это где? А, это Б. Убил. Найс. Флэш фул. Найс. Да-да. Как-то я бонус. Они уходят. Они уходят. Я банан буду. Такая башня красивая. Дерево, кстати. Вот почему эта позиция называется дерево. На балконе били. Один лоу. Минус 82. Ай-яй-яй. Банан пушить надо. Мощно, мощно. Ха-ха. Это клип. Проверяйте, фраг будет. Один точно. Я убиваю на миду. Хорошо. Один точно будет, да? Иду на апарт, убиваю чела, который будет подниматься. Дальше поднимаюсь на иду на шорт, убиваю оттуда мидл. Флэшмит. А, окей, понял. Более, понял. Он так отлетел тебе. Пока два есть. Два плана у меня сыграли. Найс, сыграла. Убей его. Убей его. Убей себя. Не, не надо, не надо, не надо. Не, давай выиграй. Я хотел походу убить тебя. Только авик заберет. Значит, давайте, может, его запустим. Ну тут близко. Давайте, пойдем. Флэш было, он флэш, побежали. Он а у него 5 хп было, я ему в медлу дал голову через дигла. Там без головы. Ну все, пацаны, ГГ. Спасибо. ЧГ, ребята. Ну шо? Нормально. Нормально. Мне понравилось. Я зашел в CSGO и понимаю, насколько игра стала другой. Я бы не сказал, что это плохо. Она стала лучше. Но сразу же появляется мысль. Может быть, через 2 года я запишу ролик, где скажу. Играю на Мираже 2020 года. На самом деле шанс огромный, потому что эта карта давно не обновлялась. Поэтому, может быть, и ей грядет изменение. Надеюсь, что вам понравилось то, что вы сейчас увидели. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал. Я знаю, что очень много людей не подписаны и смотрят эти ролики просто так и не подписываются. Дружище, подпишись. Давайте наберем уже наконец-то 8 миллионов подписчиков. Осталось всего 1 000 000 собрать. Всем пока, с вами был я, Шок. Слева на экране ролик есть интересным. Вот, лично для тебя советую, вот тыкни и посмотри. А я с тобой прощаюсь, пока. Спасибо за просмотр, с тобой был я, Шок.